Аудиокнига Джованни Боккаччо «Декамерон». День пятый. Начало. Читает Мария Соловьева. Кончился четвертый день Декамерона. Начинается пятый. В день правления Фьеметте предлагаются вниманию рассказы о том, как влюбленным после мытарств и злоключений в конце концов улыбалось счастье. Восток побелел, и первые лучи восходящего солнца озарили все наше полушарие, когда Фьеметте, пробужденная приятным для слуха пением птичек, в 6 часов утра уже весело щебетавших в кустах, встала с постели и велела позвать девушек и 3 молодых людей. Неспешным шагом спустившись в долину, она пошла по росистой траве широкого луга, беседуя с друзьями о том, о сём, и так они гуляли, пока солнце было еще низко. Когда же Фьеметте ощутила жгучесть его лучей, то повернула обратно. Придя домой, она отдала распоряжение подкрепиться после прогулки добрым вином и сластями, а затем до самого обеда все общество развлекалось в приютном саду. Как же скоро пришло время обеда, и распорядительный дворецкий все уже приготовил, девушки и молодые люди спели несколько песенок, а затем, согласно тому, как изволила приказать королева, с веселым видом заняли места за столом. Обед прошел оживленно, с соблюдением чина, не был нарушен обычай потанцевать после обеда. Под аккомпанемент музыкальных инструментов было исполнено несколько танцев с песнями. Затем королева отпустила всех отдохнуть. Некоторые пошли спать, другие предпочли остаться в чудном саду. Но в начале 4-го часа все, исполняя желания королевы, собрались, как того требовал заведенный порядок, у фонтана. Заняв председательское место и с улыбкой взглянув на Панфила, королева объявила, что ему первому повелевает она рассказывать повесть с благополучным концом.